Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэм и видеообзор кресла поворотного для лодки ПВХ. Это обновленная моделька с последнего видео, которое уже снимали достаточно давно. Вот. У него есть несколько изменений, о которых я сейчас и расскажу. Ну, в первую очередь были установлены сзади, как видите, регулировочные болты с удобными ручками, которые, при помощи которых можно регулировать наклон спинки. Второе изменение, это была изменена конструкция самого поворотного механизма, поворотного болта. Вот. Стала она надежнее, функциональнее и долговечней. И также здесь поменяли барашки, они стали намного удобнее, чем были раньше. Вот. И теперь закручивать и устанавливать кресло стало намного удобнее. Помимо всего этого, данному креслу у нас в магазине вы можете купить специальную сумку для транспортировки и хранения, потому что нередко возникает такой вопрос, как и в чем носить это кресло. Есть наплечный ремень и ручки для переноски в руке. Молния у нас идет двухсторонняя, двухзамковая, 8-миллиметровая, материал Oxford. Ваше кресло будет в целости и сохранности во время перевозки и хранения. Итак, понравилось кресло, можно заказать его у нас на сайте, ссылочку найдете в конце видео. И также не забудьте прикупить и сумку для этого кресла. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.